Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Покажу обзор моего заказа сегодня на 50 баллов. Для начала я взяла рубашку. Здесь очень хорошие рубашки. Брала другую, голубую. И вообще качество просто супер. 100% хлопок вот это. Но я до этого брала трикотажную. Очень мне понравилась, плотненькая. Это обычная школьная рубашка. Стоит она 719 рублей. Ребенку взяла. Дальше набрала вот всяких чаев. Бронха есть чай. Разные там кардио, женские есть, успокаивающие. На все темы, в общем, травяной чай. И вот цена 147 рублей. Тут вот, например, написано, какие травы конкретно содержит. Дальше. И еще хочу показать новинку. Это не чаевские супы. Как вы знаете, президент компании у нас не чай. Даже у него есть своя партия. Я попробовала вообще в обычном супермаркете, в продуктовом, суп с чечевицей, еще разные другие там овощи. Брала я примерно по 170 рублей в продуктовом обычном супермаркете. Мне очень понравилось, и варить его быстро. И такие же подобные я увидела здесь, но еще лучше состав. Например, вот смотрите, есть крем-суп бобовый с бамбуковой клетчаткой, 100% натурально. Высокое содержание железа, фолиевой кислоты, пищевых волокон. Здесь 5 порций, время приготовления 20 минут. Но так как он на литр воды одна порция разводится, то получается, что достаточно много его готовится. Вот паприка, морковь, томаты, лук, чеснок, кориандр, бамбуковая клетчатка, горох и чечевица. Значит, это вот один такой. Я взяла разные. Крем-суп тыквенно-чечевичный. Тоже с клетчаткой. Здесь высокое содержание бета-каротина, железа, пищевых волокон. Но этот готовится 25 минут, а не 20, как предыдущий. Здесь сзади написано, какие витамины содержит. Вот здесь, смотрите. То есть быстренько сделали натуральный суп. Не надо 3 часа там наваривать, что это очень удобно. Особенно для тех, кто работает. Это суп карри с чечевицей, тоже с бамбуковой клетчаткой. 100% натурально, железо и так далее. Вот, здесь тоже написан список витаминов. Вот президент компании у нас. Значит, сколько он у нас стоил? Сейчас я вам скажу по чеку. 170 рублей он стоит. Еще я взяла носки. Вот это я взяла. Ребенку темные. У нас делятся, у него темные носки, у меня светлые. И такие вот. Их цена 263 рубля, но их 3 штуки. Так что делите на 3. Здесь. Так, состав. 70% хлопок. 28% полиэстер, 2% эластан. Сейчас я вам разверну, покажу поближе. Вот, смотрите, очень хорошее качество. Вот такие плотненькие. Дальше. Дезинфицирующие гели для рук. Так, знаете, какая цена? Всего 59 рублей, они спиртовые. За 59 вы вообще ни в одной в аптеке не найдете. Там все примерно в среднем по 300 рублей. 70% спирта содержит для обработки рук. Даже на подарок вместо конфет сейчас уже модно принести дезинфицирующий гель. Вот. И стоит он даже дешевле, чем шоколадка. Еще я взяла из корейской косметики гиалуроновый гель Алоэ Вера. Он получается с гиалуронкой и с алоэми. Очень хорошо. Эффект супер сильный. Вообще эта серия корейская очень понравилась. Она адаптирована под европейцев еще. Для кожи европейцев. Вот.
Дальше. Ну, это анионовые прокладки. Всем известные, куча там опытов в интернете, в Ютубе. Как обычные кладут Always, там вот из дорогих прокладок любые. И они там себя не впитывают, плохо впитывают, стекает с них со всех боков. А эти впитывают, потом их отжимают, и с этих ничего не капает, а с других всех это льется. Поэтому очень интересный опыт, и вот мне понравилось, в Ютубе можете найти опыты с прокладками Фаберлик. Еще появилась такая новинка, очищающая пенка для полости рта. Это новый формат очищения на ходу. Пенка проникнет в самые труднодоступные места и очистит зубы от налета. Идеально для тех, кто носит брекеты. То есть многие же там с ёршиком мучаются с этими брекетами, а вот это будет самоочистка такая, очень удобно. Как им пользоваться? Значит, пену делаем на 5-10 секунд в рот, затем сплёвываем, не ополаскивая водой. Так, стоит он, сейчас скажу, 170 рублей. Так, дальше смотрим, что я купила. Колготки. Я уже вот распечатала, чтобы было вам быстрее. 60 ден колготки. Такие зело-бежевые. Смотрите, какие классные. Эластичные колготки велюр. Это я взяла третий размер М. Самый ходовой получается, распространенный размер. Вот. Эти, они непрозрачные. Это такие зимние колготки. Но бежевые очень красиво смотрятся. Уже черные сейчас не модно. За границей никто черные не носит вообще. Это такие же, только другого цвета. Вот, это коричневые. У меня есть пару коричневых платьев. Так что все подбираем по цвету. Так. Еще смотрите, это следующий каталог, который начинается с 5 октября. И в подарок каждому, кто зарегистрировался, по ссылке ниже переходите, регистрируйтесь. Во-первых, получаете колготки, не эти другие. Это теплые именно колготки, 120 ден, черные или серые, можно будет выбрать. Плюс еще, если в течение суток делаете заказ, еще получаете сюрприз. И еще супер акция дополнительная. Каждый шестой товар идет в подарок. То есть, если вы 6 товаров заказали, один вы получаете в подарок. Если 12, 2 вы получаете в подарок. Если 18, 3 в подарок. И это не ограничено. То есть вы можете, вот помимо колготок, еще другого подарка, вы получаете еще каждый шестой вообще бесплатно. Так что очень выгодно именно сейчас сделать заказ. Сейчас идет новичкам в подарок 1000 рублей, а с 5 числа октября по 25 число вы получаете такие классные подарки. Еще вот последнее, что я заказала, и это из этой серии Океану, экстракт икры тут, комплекс пептидов, гидролизованный коллаген, так, гидрогелевые патчи. Вроде бы их тут 60 штук было. Так. По-моему, 60. Сейчас посмотрю, на сколько минут. На 15-20 минут приклеиваем. Вот. Да, 60 штук нашла, внизу написано. Такая вот упаковка крутая. Есть палочка. Доставать их. Так, открываем. Вот так он выглядит. Зеленые они. Сейчас прям будем доставать. Доставать и приклеивать. Ой, какие они скользкие. Сейчас. Не туда я приклеила. Аккуратно. Вот так делаем. Наверное, это вот так. Или наоборот. В общем, разберемся.
потом. Они с обоих сторон покрыты гелем, так что, в принципе, вот так, наверное, правильно. Значит, это переклеим. С обоих сторон они пропитаны этим гелем, поэтому, в принципе, неважно, на какую вы приклеиваете. Вот. И еще вам покажу суперстойкая помада из вот этой вот серии. Она даже остается и на следующий день. Вот. Такой цвет мне нравится. Там много разных цветов. И еще для глаз мне очень понравился. У меня еще коричневый есть. Он остается даже тоже на следующий день. Он водостойкий. Такой карандаш. Тени быстренько намазали. В сумке очень удобно такую иметь, чем носить такие большие тени. Вот. И он даже никуда не девается на следующий день. Ну все. Надеюсь, мой обзор заказа вам понравился. Всем приятных покупок. Пока!